Глава региона в эти дни работает в Москве. В столице Андрей Чибис провел ряд встреч и совещаний, в том числе связанных с бюджетом и финансовой поддержкой федерального центра. С главой Минстроя России Ириком Файзуллиным губернатор обсудил большой блок. Например, запуск процессов по восстановлению жилищного строительства в Мурманской области. Не менее важной можно назвать и встречу с вице-премьером России Александром Новаком, главной темой которой стала уход Заполярья от мазутозависимости. В Мурманской области свыше 80% вырабатываемой тепловой энергии приходится на мазутные котельные. Топливо это, как вы знаете, не экологичное и дорогое. Размер платы за коммунальные услуги для северян мы держим ниже уровня экономически обоснованного тарифа за счет средств областного бюджета. Однако она все равно остается одной из самых высоких по стране. На севере с теплом не шутят, поэтому уходу от мазутозависимости вместе с федеральным правительством уделяем большое внимание и ищем пути решения, написал на своей странице в Telegram Андрей Чибис.